Приветствую вас, Людмила. Вы знаете, прочитав ваш вопрос, я хотел бы спросить у вас, как вы думаете, почему мужчина ударил вас? Почему он вас ударил? Из-за чего были ссоры? Почему? Вы говорите, что вы пересмотрели свои ошибки, признали их, но из-за чего мужчина вас ударил? Из-за чего были ссоры? Готовы ли вы ответить себе на этот вопрос? Нет, я не могу согласиться с коллегой Алиной в том, что мужчина от вас отказался. Я не считаю, что мужчина от вас отказался. Напротив, если следовать, скажем так, моему опыту и профессиональной психотерапии, то мужчина ведет сейчас очень тонкую и полезную для него игру. А именно, он всячески пытается вас дискредитировать, всячески пытается вас унизить, чтобы вы готовы были пожертвовать всем и отказаться ради всего, отказаться от всего ради него. И если у него не получится наладить отношения и наладить свою жизнь так, как он хочет, он вернется к вам. Но вернется под эгидой того, что вы ему должны, что вы ему должны, вы. При том, что он вас ударил, при том, что у вас была ссора, и за нее ответственен он, в том числе. Вы говорите о том, что он не работал, что вы приходили, убирали, стирали, готовили. С его стороны еще начались придирки к вам. Это семья, по-вашему. Вот вы говорите, что я хочу сохранить семью. Вы такую семью хотите сохранить? Вы правда думаете, что такая семья может дать что-то вашим детям? Вы правда думаете, что это хорошо на них повлияет, а дети будут счастливы? Правда так считаете? Не даете ли вы себе отчет в том, что у вас занижена самооценка, потому что вы позволили мужчине себя ударить, вы уговариваете почему-то его теперь вернуться после того, как он вас ударил, хотя он так и не признал, что вас ударил, а всем сказал, что вы упали с лестницы. Отдаете ли вы себе отчет в том, что вас занижена самооценка? Отдаете ли вы себе отчет в том, что вы находитесь в зависимых отношениях? Что вы пытаетесь вернуть их в семью, что семья для вас важна, не человек, а семья. Вы знаете, что счастливым мужчину делать не можете и не хотите, но вам нужна семья. Спросите себя, Людмила, для чего вам семья? Спросите себя, Людмила, зачем вам семья? Спросите себя, Людмила, какую цену вы платите за то, чтобы свои желания реализовывать через других людей, в частности, через данного мужчину. Спросите себя, как произошло так, что те основания, по которым вы его выгнали из квартиры, сейчас уже не имеют никакого отношения. Как произошло так, что вы закрываете глаза на то, что мужчина поднял на вас руку? Не означает ли это, что вы готовы простить все, что угодно, что человек делает с вами ради чего-то, чего вы хотите? Не это ли
проявление низкой самооценки. И вы, брады, думаете, что мужчина, вдруг вернувшись к вам, будет вести себя лучше? А с чего ему вести себя лучше? С чего? С какой стати ему вести себя лучше? Какие для этого есть объективные факторы вести себя лучше? Подумайте об этом, пожалуйста. Пожалуйста, подумайте об этом, потому что, желая вернуть человека, не признавшего своих ошибок, не желающего меняться, вы обрекаете себя на страдания, но и на страдания, и своих детей тоже. Я понимаю, что вам тяжело. Но тяжело ли вам финансово, или тяжело вам от того, что вам нужна семья, от того, что вы хотите что-то в семье? Тяжело вам от того, что вы не можете без этого человека, который относился к вам не самым лучшим образом? Из-за чего вам тяжело? Постарайтесь выделить то, из-за чего вам тяжело. Финансовая сторона – это один вопрос. Его можно решить. Психологическая тяжесть – это другой вопрос, его тоже можно решить через психотерапию. Но обратите внимание, вы были беременны от мужчины, который к вам придирался, который не работал, который относился к вам не самым лучшим образом. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Для вас самое главное – это семья. А что есть семья? Люди? А что есть взаимоотношения с людьми? Желание что-то делать для них, желание делать счастливым их. А хотят ли люди, в данном случае ваш мужчина, делать вас счастливым? Вот в чем вопрос. И почему вы делаете счастливым того, пытаетесь делать счастливым того, что не делает счастливым вас? А вы делаете его счастливым, пытаетесь сделать его счастливым, себе в ущерб. Давайте разберемся с текстом, да, который вы написали. Значит, так, полгода назад выгнала мужа из дома, так как ударил меня во время ссоры. Испуг был очень сильный, дома была еще дочь, пришлось вызвать полицию. Его забрали по моей просьбе, потом разбирательство в отделении и т.д. Так, во время ссоры, ссора из-за чего, соответственно, первое ли это ссора и так далее. Как вы восприняли то, что он вас ударил? Он гражданин Украины, собрав вещи, на следующий день он уехал, поговорить тот день не получилось, оба были не готовы, а чем разговаривать, если было насилие. Мой сказал, что билет в один конец, но дело в том, что я была на тот момент беременна, 4-й месяц, я его отпустила с мыслями о том, что не бросит нас, все равно он приедет. Смотрите, здесь вы с одной стороны слепо полагаете на того, кто вас ударил. То есть, почему вы решили, что он вас не бросит и приедет? Выглядит как некая манипуляция. Как некая неискренность. С одной стороны. С другой стороны, вы пишете, не бросит нас. Кого нас? Видите? Проблема личных границ. Нас. Кого нас? Где мы? Кто мы? Есть вы, есть ваши дети, но нет нас. Вы могли бы сказать, бросит меня с детьми. Бросит меня и детей. Да, это было бы верно. Но не нас. Никаких нас нет. Но если все же есть, у вас проблема личных границ. Что это такое? Это проблема психологического отделения, психологического дифференцирования себя и других людей. Где я, где другой человек. Где мои границы, вот именно мои границы. Где то, что я чувствую, то, что я себя представляю. Где другой человек, где другой
человек. Понимаете, да? О чем идет речь здесь? Дальше. Значит, у него, на Украине у него большой персиковый сад. Думала, побудет там, позаниматься садом и вернется к нам. А проблема насилия, проблема ссоры, как это все решаться должно? Прошлой неделе он заявляет, семьи нет и что не вернется. Ну, в общем, правильно, семьи нет. Это правда, семьи нет. На протяжении этого полугода я по-всякому пытался вернуть его уговорами, угрозами и просьбами. А зачем? Зачем вы пытались его вернуть? Зачем? Не решая проблем. Результат возвращаться не будет, он сам по себе, что сама по себе его слова. Ну, опять же, справедливо. Месяц назад родила дочку, никаких эмоций. Сухо поздравляю. А должны быть эмоции? Почему вы решили, что они должны быть? Месяц 4 назад как-то еще общались по скайпу, по телефону. Зачем общались? Ну, зачем? Без решения проблемы. Я даю себя сейчас в том, что человек не меняется. Сейчас просто стена, вроде может это спросить, но потом как бы пугается сам себя и говорит, что в разу я не вернусь, жить мы с тобой не будем. Я принял такое решение, у меня есть цели и планы, ты мне не нужна. Мне кажется, что вы здесь немножко додумываете, что он сам себя пугается. То есть вы склонны как-то вот его оправдывать. Вы почитайте про созависимость, в отношениях. Так, когда спрашиваешь, что с дочками, ты самостоятельно всегда была, вот и расти сама. Помогать будешь? Нечем. Будешь государству помогать. Мне очень тяжело, помощи ждать неоткуда. Тяжело в чем? Душе я понимаю, что он так не думает, так как говорит мне, что душа у него болит, но его высказывание я просто убивал. Скажите, вы считаете, что если человек способен ударить свою, как бы, любимую женщину, беременную, причем беременную женщину, но у него может болеть душа, правда? Но если у него болит душа, но при этом он так себя ведет, то очевидно, что ему нужна психологическая помощь. И человек, понимая это, сейчас бы должен заниматься психотерапией. Он этим не занимается. У нас одно из двух. Либо у человека действительно болит душа, но у него такие психологические проблемы, которые делают невозможным его нахождение с вами. Либо у него не болит душа, и он такой, какой он есть. Дальше. Я не думаю, в душе я понимаю, что он не думает так, как говорит, с чего вы так решили. Его высказывания меня убивают. Чем? А сказал, что равнодушен ко мне, я не могу в это поверить. Почему? Я извела себя всю, уже не знаю, как себя вести. Чем вы себя извели? Как вести себя, чтобы что? Чтобы его вернуть? Зачем, если он так себя ведет и вел? Я признала свои ошибки. Какие? Попросила прощения. За что? За то, что он вас ударил? Пересмотрела реально все, что именно озвучила ему. Это как? То есть дали ему карт-бланш на дальнейшее насилие? Он не преклонен, как чужой, что ли? Ну, вероятно, он и был чужой. Кредит одно, сама разручила, сама виновата, сама выкручивается. Но здесь полное перекладывание ответственности. Скажите, любящие люди так поступают? Конечно, привод полиции очень сильно на него повлиял, а на вас? Вот видите? Вы думаете о нем, но не думаете о себе. Почему? Почему вы обесцениваете себя? Потому что вы теряете то, что вам нужно. То, что, что это? То, что вам нужно. Этим нужно разобраться. Значит, он ударил меня, так и не признался, я знаком, сказал, что упал с лестницы, и вы этого человека хотите вернуть к себе и к своим детям. Не сказал еще одно, он не работал 2 года, так как гражданин другой страны, не мог официально работать, сидел с дочкой, работал я, начались придирки, семья мне не нужна, на работу, туда домой пробегала. Постирать, погладить, приготовить еду, короче, начались обвинения, что семья не нужна, и мы что же, напустите ревность. А как вы думаете, из-за чего у человека возникает ревность? Начались ссоры, недопонимание. Смотрите, вы пишете, начались ссоры.
Опять, здесь у вас проблемы с личными границами. С личными границами. Начались ссоры не просто так. Вы начали ссоры в том числе. Ваша ответственность есть ссора в том числе. Ее нужно принять. Ее нужно разобрать. Понимаете? Инкриминировать некое, имплементировать, точнее, простите, некоторые элементы этой позиции в вашу психологическую реальность. Чтобы вас не метало туда-сюда. Дальше, которые в итоге и привели к рукоприкладу. Нет, это, опять же, проблема с ответственностью. Для меня принять и признать свои ошибки очень тяжело было. И почему? Ради семьи я сделал это, полностью поменял свои отношения. Чем для вас важна так семья, что вы готовы пойти против себя? Еще раз, как это связано с рукоприкладом? Почему вы считаете, что это уберет рукоприклад? Так, результат это не дало и не дает, он стоит на самом все. Ну, если меняться, то не ради кого-то, а ради себя. Если меняться, то не ради результата, а ради процесса. Знаете, еще одно свидетельство того, что вы созависимы, к сожалению. Вера в сохранение семьи у меня остается. Зачем, опять же, зачем сохранять семью? Понимаете, семья это не люди. Семья это просто семья, это ничто. Это слово, это звук. Не знаю, есть ли хоть шанс ее сохранить. Шанс всегда есть. Что мне делать, как себя вести? Разбираться в себе. Разбираться в себе и проходить психотерапию. Людмила. Я встречаю, ему ничего не пишу. Просто тишина. Ну, очень понятно, зачем. Какой смысл в этой информации, которую вы написали по скриптам. Но, тем не менее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.